Он спрашивает, зачем морковку? А я собакам варю кашу. Печенка с рисом, с морковкой, сама бы ела. Здесь рубец порезали. 2 пакета, 3 килограмма, около 3 килограмм здесь. Сосиски вон. Поедем к собакам в гости. Посмотрите, какой печенка свиная, какие кусочки. Говорят, есть проблема. Забей, запей и закуси шоколадкой. Но я так не могу. Мы поехали к бездомным собакам. Так, Важа складывает. Пакеты. Наварила каши. Ой, этим маленьким что-то дали. Это у нас у дома. Что дали? Ой, семечки у них. Сало, семечки. Ну, вы с голоду не умрете. Нормально. Подкармливают. Сегодня 8-е число. Завтра мне на работу. Я отдыхала. У собак я была 5 числа. Ездила на такси. А до этого их кормили 30 числа. 30-го, представляете? Седьмой день я поехала. Какими голодными глазами они на меня смотрели. На улице минус 20, Санкт-Петербург. Еще голодно, да холодно. Блин, врагу не пожелаешь. Ну вот мы к собачкам приехали. Обводный канал 24. Вот здесь, за этим зданием, сейчас позволено ехать прямо. Мы сейчас прямо проедем и сразу собачки. Приехали. О, вот же еще заправка, можно колеса подкачать. Что-то у нас колеса не очень. Собаки, собаки! Воронья-то сколько, а? Сейчас будем ворон еще гонять. Вон, видите, кости какие-то им подкидывали раньше. А что тут уже глодать нечего? Собаки, собаки! Голос! Собаки, собаки! Собаки, собаки! Подожди. Так и каша у нас остынет. Посмотрите, какая каша. Печенка свиная. Я еще рожков добавила. Горячее надо будет раскладывать. Рис, рожки сварила. Столько печенки, сам бы ел. Даже подсолила.
они поедят и все, что ли? Тут раз 9 вышло. Там еще одна чашка. Смотрите, мы зашли в булочную, какое разнообразие. Ты, наверное, себе хачапури возьмешь. Сколько это? 300 с чем-то рублей. Еще одно кофе. Ну вот, подкрепились в булочной. И бегом домой. Забежим домой и поедем. У меня в парикмахерскую записано. Я в парикмахерскую, а он поедет какую-то лампочку менять, да? К сестре. В парикмахерскую раньше я ходила вот в этот салончик помедленнее. Вот. А теперь моя парикмахер переехала в другое место. Чуть-чуть подальше, вот сейчас в Пятерочке, вот здесь. Так, где моя арена? Где моя арена? Сейчас посмотрим, где она. Нет, все правильно, я зашла. Сейчас будем искать, где она, стрижки. О, не видите как? О, как у нас тут стало. О, совсем другое. Да, места что-то правда больше. Там есть что-то у тебя, да? Там солярий, тут девочки реснички наращивают, депиляция, да. Нифига себе, так что мы сейчас тут прифартимся. Так, это моя арена. Нифига себе, сегодня морозно. Я с парикмахерской иду. Ну да, я уже в том возрасте, когда лучше тепло, чем буду сверкать своей прической. И потеряю последние волосы. Нет, мне уже без разницы. Красота, говорят, требует жертв, но не таким способом. Идет девушка, встретилась без шапки. Хотелось ей шапку предложить. С ума сойти. Это, считай, она идет без головы. Хочешь прическу сохранить? Катайся на такси. Ну, не пешком сегодня, холодно. Голову простудит и, считай, она без головы. Нет, умных вижу, умная молодежь некоторая. Одевается тепло, хранят свое здоровье, потому что им еще жить, детей воспитывать, рожать. Некоторые молодцы, закутанные идут. О, шапка прижала. Насыщенный цвет такой, да? Ну, ничего. Какое мясо мы пожарили. И лучок маринованный сделала. Вот мы какое мясо купили вчера себе. Не только собакам. Ну что, друзья, завтра 9 число, рабочий день. Мы тех собак накормили,
Здесь тоже две собачки, я тоже купила. Корм. И пришли мы снимать все, что мы нарядили. А еще надо обнести автобус. Хотя впереди еще старый Новый год. Все хорошо. Так мне и надо.